И была рассмотрена рекомендация Всероссийской политической партии «Единая Россия». Так, решение Президиума регионального политического совета Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», город Красноярск, 17 мая 2022 года. Об утверждении протокола заседания местного политического совета Назаровского районного местного отделения Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В соответствии с пунктом 9.2 положение о порядке выдвижения кандидатур Всероссийской политической партии «Единая Россия» на руководящие должности в законодательных органах государственной власти субъектов Российской Федерации и должности в представительных органах муниципальных образований, на должности глав муниципальных образований, избирательных представительными органами муниципальных образований и глав местных администраций Президиум регионального политического совета решил утвердить протокол заседания местного политического совета Назаровского районного местного отделения Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» от 16 мая 2022 года по вопросу предложения кандидатуры Волошина Сергея Владимировича для избрания на должность главы Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярского края. Направить настоящее решение в Назаровское районное местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Контроль за исполнением настоящего решения возложить на региональный исполнительный комитет. И, уважаемые депутаты, предлагаю приступить к голосованию по избранию на должность главы Дороховского сельсовета в той же последовательности, в какой были представлены программы. Напоминаю, что глава сельсовета избирается путем открытого голосования. Кто за избрание Волошина Сергея Владимировича на должность главы Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярского края? Кто против? Кто воздержался? Кто за избрание Черненко Алены Анатольевны на должность главы Дороховского сельсовета Назаровского района Красноярского края? За, против и воздержались. Так, Ольга Филипповна, приглашайте кандидатов.